Прогоните свиптоном, прогоните свиптоном. Тут же берет шуруповерт и начинает дербанить колонки. То есть, соответственно, не то, что как, извините, мне с Монтанами было дело. Ничтяк, как охренительно. С лупой пройди. Кстати, он берет вот еще, скажи, вот такой предмет, топор, и начинает проверять, насколько качественно выполнен корпус. Да? Вы же не пойдете Мерседес чинить в гаражи? Ну, пойдем. Пойдем. Друзья, привет! Ну вот и подъехала санкционочка. У нас сегодня видео будет про вот такого главного героя замечательного. Это Sonus Faber Amati Anniversario. Эта акустическая система была выпущена, ну, выпускалась примерно 10 лет назад, и, соответственно, на тот момент ее ценник по разным источникам, в зависимости от того, где она продавалась, был примерно от 20 тысяч евро до 30-31 тысячи долларов. Соответственно, это, ну, совершенно не бюджетная система, это очень классная система, элитная, от именитого производителя. И сегодняшнее наше видео будет о чем? Не только вот об этой системе, но и, собственно говоря, сравнение вот этой акустической системы, системы от LB Music Tower 15 Valentino. Что нас побудило вообще снять вот это вот видео? В одном из моих роликов предыдущих, когда мы делали сравнение между Tower 15 и Magnatom Transpulse, это вот, ну, относительно бюджетная акустическая система от Magnata, тоже базирующаяся на 15-дюймовом басовике, возникали комментарии. Ну как вот вы берете и снимаете, значит, видео дорогой российской акустической системой и сравниваете ее с какой-то бюджетной там системой? То есть, условно говоря, Magnat Transpulse на тот момент стоил примерно в 5 раз дешевле, чем Tower 15 Valentino. Вот сегодня наше видео будет о чем? О том, что Tower 15 Valentino стоит, ну, примерно в 5 раз дешевле, а на текущий момент по текущим курсам стоит гораздо дешевле, чем система, которая будет вот, от Sonus Faber. Поэтому вот сегодня мы просто взяли достаточно серьезную акустическую систему от именитого бренда, которая, ну, без каких-либо там сомнений, это действительно очень классная, очень серьезная система. И сегодня мы, значит, попробуем вот эти вот две системы записать и сравнить, и посмотрим, скажем так, в чем они отличаются по звуку, там, по характеру, какая лучше, какая, не знаю, там, хуже. Но, опять же, мы не будем давать свою оценку, я предоставлю возможность выбора вам самим, и, соответственно, будем от вас ждать комментариев относительно вот того, что вы услышите, относительно вот этого сравнения. Ну, а сейчас, на текущий момент, я, наверное, немножко за камеру прячусь и позову Леонида, это тот самый крутой специалист-инженер из Alba Music, и он расскажет, во-первых, какие особенности, какие нюансы вот именно у текущей Tower 15 Valentino, да, что с ней произошло, что с ней случилось, а с ней действительно случилось относительно предыдущих съемок, вот когда мы сравнили эту систему с Magnatom Transpulse. И, соответственно, он расскажет особенности и технические нюансы вот именно Sonus Faber Amati. Потому что там тоже есть интересные моменты. Ну, соответственно, Леонид это расскажет более квалифицированно, чем я, поэтому я зову его в камеру, и он сейчас вам все это расскажет. Я не переключаюсь, будет очень интересно. The counter.
Приветствую вас. Ну, в общем-то, как Николай сказал, что я немножко расскажу о некоторых технических моментах, которые вы не прочитаете в проспекте на Sonos Faber и здесь. Ну, в общем-то, да, это, в общем-то, нужно именно для данного видео, а в дальнейшем эта информация, как бы, ну, скажем, не имеет большой ценности. Вот вернусь к Valentino Tower 15 LB Music. Произошло очень серьезное изменение в среднечастотнике. Здесь был заменен подвес на торообразный полутор пенопуритана и пропитан диффузор. Дополнительная пропитка для уменьшения неравномерности. Перестроен фильтр раздела между среднечастотником и высокочастотником и между басовиком и среднечастотником. Была снижена частота раздела. В принципе, все остальное, как бы фильтры первого порядка, здесь сохранены. Теперь по поводу Amati. Отдельно могу сказать, что отделка здесь просто великолепна. Такой отделки, по моему опыту, вы просто не сможете сделать в нашей стране. И, наверное, долго не сможем сделать, потому что есть некоторые производственные моменты, которые, в общем-то, скажем так, для массового производства не нужны. Но для такого эксклюзивного производства они очень важны. И, ну, скажем, предположим, здесь слой лака может быть до 3 мм, то понятно, что нанесение такого количества слоев и потом со шлифовки и выравнивания — это очень большой временной фактор с точки зрения трудозатрат, финансов и так далее. Плюс подборка вот этих всех брусков идеальная, плюс какие-то тут вставки для того, чтобы, видите, столько лет прошло, 10 лет, и практически никаких тут выступов нет. Да, есть некоторые нюансы, по которым вы видите, что вот раз, два, три, четыре бруска, но нет ни трещин, ни сколов, ничего. Все визуально. Да, все в идеале. То есть, как бы, эти нюансы видно только как бы специалисту. Для обычного потребителя это просто, ну, великолепно все сделано. Причем вот эта кожа тонкая. Это, ну, по моему опыту изготовления акустики и оклейки кожи, ну, скажу так, что это похоже, что это на перчаточную кожу. То есть, скажем так, у нас она, в общем-то, не востребована, никто ее не покупает. Она, ну, кому она нужна? Но за счет этого, видите, прям вот идеально все загибается и так далее. Ну, вы же знаете, что на перчатках они же по форме рук очень хорошо выступают. То есть, это специальная выделка кожи. И это натуральная кожа. И под динамиком она заправлена, вырезана, все аккуратно, ну, просто, скажем, качество, даже, можно сказать, безупречное изготовление. Ну, это, конечно, тоже стоит денег. Плюс подборка, ну, тут вопросов даже нет. Thank you.
прелюдия. Теперь по поводу самих динамиков. Все эти динамики кастомные. То есть это кто-то делал для Sonos Faber. Они не, на них ничего не... Мы вынимали, смотрели сами динамики. Поэтому сказать, кто для них это делал, невозможно. Потому что они не похожи. С внешней стороны они похожи на один бренд, сзади они похожи на другой. То есть это, видимо, какая-то комбинированная ситуация. Или, может быть, все-таки для них делали специально. Ну, надо учесть момент такой, что, конечно, фирма-то достаточно... Серьезно? Большая, объемы большие, то они могут себе позволить заказать 1000 штук пищалок. Ну, по моему опыту работы в автодиоцентре и работе в компании в нашей, то закупка, ну, скажем, одной из позиций не менее 1000 штук. Поэтому, когда нам говорят, что вы можете там удешевить, купив... Ну, некоторое количество материалов, то, ребята, начало разговора от 1000, то, понятно, вложения таковы, что это становится просто бессмысленно. Изготовление, ну, невозможность, скажем так, понизить цену, потому что, ну, понимаете, что такое 1000 таких пищалок, это значит, надо изготовить 500 пар колонок. Соответственно, вам надо их где-то складировать, размещать заказы и так и продажа идет во времени, растягивается. В результате где-то вы сэкономили, а в конечном счете осталось все то же самое. Это к вопросу о том, что количеством эксклюзивные вещи не получится уменьшить стоимость эксклюзивной вещи. Ну, скажу так, что по моему опыту в автодиоцентре недорогая серия динамиков продавалась примерно за то же самое время, как и дорогая серия, где-то 1:4. То есть дешевая серия уходила в 4 раза больше, чем дорогой. А то и более. То понимаете, да, что дорогие серии становятся просто чисто эксклюзивными вещами для повышения статуса бренда. Ну и, естественно, занятие небольшой маленькой ниши. Здесь то же самое происходит при цене. Порядка 30 тысяч долларов, это 10 лет назад, это вообще как бы невеселая цифра для многих, в общем-то. Ну, да. Это совсем грустная, чтобы получить в таком качестве вещь, и, скажем так, это выбор очень такой большой, на что потратить деньги. Вот. Ну, вернемся к колонкам. Значит, здесь кастомные динамики, как бы здесь шелковый кольцевой твиттер. Здесь из полипропилена сделанный диффузор с каким-то наполнением, ну, похоже на слюду. Вот. И здесь алюминиевый диффузор с длинноходной катушкой какая-то, я прочитал. Ну, потому что динамик я не разбирал. Соответственно, частоты раздела вы там можете прочитать по параметрам. Вот. А здесь я могу сказать такой момент, что здесь фильтры применены 4-го порядка. То есть Sonos Faber любит фильтры 4-го порядка. То есть здесь включение синфазное. У этих колонок. Это очень важный момент, но, соответственно, как бы фильтр становится очень дорогой. Мы не снимали фильтр, не смотрели, потому что колонки сделаны 10 лет назад, соответственно, здесь все присохло, приклеилось, и поэтому снять очень аккуратно – это большая проблема. Поэтому, если нет проблемы с чем-то, не надо портить. Поэтому пусть это работает, как работает. Так что вот, в принципе. We'll be right back.
Есть единственное, что нюанс, опять же, хитрый ход, как я в одной из серий говорил по аудио вечера, они пишут здесь чувствительность 92 дБ на эти колонки, но не приводят на каком напряжении. Но колонки 4-омные, потому что здесь два басовика, и это 8 Ом, это 8 Ом, соответственно, скорее всего, это тоже 8 Ом. Ну, вот, колонки написаны в паспорте 4-омные, а динамик 8-ом. Значит, это два запараллеленных 8-омных динамика. Соответственно, если вы подаете 2,83 вольта, как на 8-ом, то вы подаете на нее 2 ватта, соответственно, плюс 3 дБ. И, то есть, надо учесть этот момент, что они пишут 92, но не приводят на каком напряжении. Просто 92, значит, это минус 3. И, грубо говоря, на 4 омах. Но, опять же, это не просто фактор, но не имеющий значения. Тут есть момент важный, что эта акустика очень приветлива к усилителю. Потому что усилитель должен работать на 4 ома, не перегружаясь. Сейчас мало таких вообще вещей, или они очень дорого стоят. То есть, в данном случае мы использовали усилитель ВБЕ, который может кратковременно работать даже на 1 ом, а 2 ома. А на 4 ома для него вообще вопросов нет. У него там 370 ватт написано, мощность выдаваемая. Ну, немцам можно поверить. Соответственно, там вообще вопросов не было. Главное, чтобы еще колонки вы выдержали. Ну, вот, в принципе, и все. Ну, еще что можно добавить. Ну, качество изготовления динамиков, я скажу, очень хорошее. Даже, скажем так, великолепное. Ну, мое личное мнение по пропилену я не согласен, но как бы это их право, скажем так, так как они это делают. Теперь по поводу прослушивания, скажу так, чтобы некоторые нюансы вам это поясню, потому что большинство людей, в общем-то, не подготовленные и, соответственно, не сталкивались в таком сравнении не то, что даже уровня, как Коля говорит, а то, что с ценового диапазона. Давайте скажем так, что ну, куда вы придете и скажете, да давайте я вас в Sonus Faber так часа два послушаю. Он скажет, ты деньги-то покажи. Ну, по сути дела, будет намек такой, Коль, как ни странно, как ни зайди в какой-нибудь брендовый магазин, они начинают осматривать это тебя. Это треники-то переодеть. Да, да. Вонь ретузная, дрянь колготная. Да, тут это. Авоську свою брось там при входе. Знаете, как раньше в Советском Союзе ходили с авоськой. Хотя я вам скажу так. Перед входом слюни протри. Да, хотя я вам скажу так, что это как смешное, что один человек покупал дом за 2 миллиона долларов. И пришел это с деньгами в авоське, завернутые в газету. Тарот просто охренел, как 2 миллиона долларов принес в сеточке. То есть, ну, не побоялся. Вот его просто, я не знаю, растерзали бы на части за эти деньги, если бы кто знал, что он 2 миллиона долларов нес в сеточке, завернутый в газету. Ну, специально сделал так, завернул. Да нет, он даже не думал о том, что ему башку помогут пробить. Ну, так получилось. Как бы он принес, спокойно отдал, все, решился вопрос. Люди оказались не бандитского склада. То есть, все спокойно ему продали вещи и все разошлись. Ну, вот это как прикол. Вот, поэтому, соответственно, большинству людей это, ну, грубо говоря, недоступно вообще. Вот. А цель этой ситуации было как бы, вот Коля правильно сказал, что сначала вы начали ругаться, типа, вот 5 раз то там дешевле. Да, да, раз. Да, и как бы, извините, как бы, ну,
Хорошо, теперь будет в 5 раз дешевле наши колонки. Попробуем, подумайте, сравним. Ну, по поводу звучания скажу так. Обратите внимание, пожалуйста, на глубину баса, на читаемость баса, насколько он одинаков на разных фонограммах, скажем так, по динамике баса. Потому что, в принципе, да, размеры динамиков разные, но существует мнение. Ну, возьмем два маленьких вместо одного большого. Вот, пожалуйста, вы можете это услышать. По поводу среднего частотного диапазона, послушайте, пожалуйста, детальность средних частот, разборчивость. Ну, скажем так, насколько нюансов больше в той или другой фонограмме, даже для фонограмме, даже для вас незнакомой. И по поводу высоких частот. Вот, ну, как бы, вот вам, пожалуйста, шелковый твиттер, вот титановый. Насколько динамика по высоким частотам, насколько четкость, насколько детальность или прозрачность, или воздушность. Воздушность, да, вот как Коля. Вот, пожалуйста, вот вам прямое сравнение разных подходов вообще. Просто по звуку. Да, просто по звуку, потому что многие пишут, да что там нафиг, давайте вот возьмем, как бы, поставим не фильтры первого порядка, а другого. Пожалуйста, вот четвертый порядок, как бы здесь люди поработали очень серьезно и над не дизайном. Не любители какие-то, а профессионалы. Да, потом Sonos Faber как бы уже сколько лет выпускает свою акустику и, в общем-то, достаточно долго, поэтому, я думаю, опыта они набрали. Не только с точки зрения дизайна, но еще и звука, и подхода, и так далее. Ну, в общем-то. Скажу так, что когда еще момент, снимал я динамики, ну, посмотреть, проводка здесь очень качественная. То есть здесь ленточный провод, здесь и здесь припаян, и моножила целиковая в какой-то очень жесткой... Короче, внутри экономии нет. Нету, жесткая какая-то изоляция, естественно, они ни о чем не писали, но мне кажется, это как бы, как, типа... Похоже на высокоплотный полиэтилен, хотя это он черного цвета. Может быть, это какой-то вот материал, который применяет эта фирма, этот Nordost. Да, то есть как бы все это припаяно, но я не вижу нигде это плавленной изоляции. То есть она высокотемпературная. То есть, ну, когда припаивают, то есть, вот, и, в общем-то, да, и длина провода достаточно, чтобы вытащил, как бы, посмотрел на динамик, поправил его, вставил обратно, а не то, что раз, о, как, например, в тенои, и надо сразу это, один держит, а другой там отпаивает. В четыре руки. Да, в четыре руки, то есть, или надо какое-то устройство, а здесь, как бы, достал, спокойно отпаял, все, то есть, как бы, экономии здесь вообще нет никакой, абсолютно. Ни в чем, ни в дизайне, ни в подходе, ни по материалам.
Леонид, все. Правильно я понимаю, что по сути дела вот... Плюс, да, видите, тут еще внизу если... алюминиевая, вернее, стальная пластина, на которую вкручены шипы родные, и они прям воткнуты в пол, прям в это, стоят прям воткнуты в пол. То есть без всяких подставок, без ничего, то есть ее вообще как бы вот так вот очень тяжело вместе свернуть вообще. Леонид, то есть правильно я понимаю, что если, ну вот, кто рассматривал, ну скажем, в таком дизайне, именно вот, ну, столбик, условно говоря, да, то по сути дела... Ну да, это дизайн современный, как бы, столбичек. Это практически, ну, идеальная реализация с позиции вот... Современного подхода. Дизайна, качества, вот, бескомпромиссности и так далее. То есть вот если не смотреть на ценники, вот просто рассмотреть вот, ну, как для Коля, себя, ну как же не смотреть на ценники? Нет, ну хорошо. Извините меня. Вот возьми вот эту, вот видишь, одна пластина, вторая пластина, все обтянутой кожей, все загнуто, все подрезано, все аккуратно. Это работа, понимаете, это не на один день. И нужны специальные оправки и так далее. Чтобы вот получить этот дизайн, надо еще кучу создать условий, чтобы его сделать. Я имею в виду, Леонид, вот смотрите, сейчас вот, ну опять же, вот просто вот кто-то, ну некоторые колонки, некоторых брендов вот берут, разбирают и видят там, допустим, либо внутри халтуру, либо где-то еще халтуру. То есть вот если рассматривать конкретно Sonus Faber, и вот конкретно... Фильтры, Коля, я не видел. Но я объясню, что у меня есть опыт негативный съема там терминала, чтобы посмотреть, хорошо. На фильтр. И получается, что иногда можно вырвать кусок. Потому что это много лет стояло, и плюс еще там они иногда прокладывают двухсторонний скотч, и он через 10 лет становится просто клеем. Хорошо, Леонид, я сейчас перефразирую. Я имел в виду, что, ну вот если опять же брать какие-то бренды, вот иногда народ разбирает и вот говорит, что типа там фигня. Вот сейчас вот по всем параметрам, по всем вот... То, что я видел, Коля, тебя немножко... Здесь вообще вопрос. Sonus Faber, это, ну, можно считать так, что один из тех брендов, который, условно говоря, не кидает. Да, я бы сказал так. То есть вот здесь вот там... Вот то, что я видел, ну... Скажу так, что мне бы очень много понадобилось времени, чтобы это сделать. Ну вот. Тем более это вообще не видно под динамиком. То есть, если мы там некоторые бренды мы разбирали, там просто обгрызок вырезано и вставлено. А здесь все очень аккуратненько, четко, все подумано. Даже вот снята фаска внутри корпуса от динамика, хотя она сильно не влияет на характеристику вообще. Вот это. Но она снята под 45 градусов, чтобы типа как бы все было четко, ну, все было по уму сделано. Хотя это, сам понимаешь, это лишняя работа. Ну да, да, да. Которая требует финансовых вложений и плюс даже материалов, потому что ты же фрезу-то портишь, она же не вечная, то есть вырезая эти все детали, ты как бы тратишь инструмент. Соответственно, я просто... это никто не видит, Коля, это никто не видит, это никто не узнает. Согласен, человек, который покупает эти колонки, иной раз в руках даже отвертки в жизни не держал. И представь себе, говорит, приезжает домой и тут же берет шуруповерт и начинает дербанить колонки за три ляма, да? Что там внутри? Да, что там внутри. И ломает динамик, прорывает шуруповертом подвес, да? И вдруг роняет шуруповерт, и он рвет ему кожу. Ну все, теперь понятно, еду заново. Да, дальше, кстати, он берет вот еще, скажи, вот такой предмет, топор, и начинает проверять, насколько качественно выполнен корпус, да, и делает насечки сбоку. А шпон ли это или массив? Да? То есть массив или он как бам-то по массив. Ну, да. Thank you.
Значит, смотрите, ребят, это почему я так вот долго, скажем так, подводил вот эти вот выводы от Леонида, потому что Леонид это, по сути дела, тот человек, который, ну, вот такие похвалы, на самом деле, ну, от него еще нужно заслужить, нужно добиться. Поэтому, ну, к вопросу о том, что вот эти колонки от Sonus Faber, ну, это однозначно как бы шедевр, да, скажем, без каких-то вопросов, без каких-то претензий, да, и вот несмотря на то, что это действительно очень крутые, классные колонки, все равно мы берем и сравним да. Ну, с российским хай-эндом там, да, вот... С российским брендом. С российским да, брендом, да. Кстати, да, даже тут вот еще момент, что вот эти все рамы, все из дюраля, как бы все здесь, вот. Здесь очень качественно все сделано, не то, что там штамповка под внешний вид, как иногда делают бренды, загибают края, и многие люди думают, что это как бы литая, на самом деле это штамповка. Здесь все четко. Здесь ну, ни на чем не сэкономлено. Скажем, я не согласен с полипропиленовым диффузором, но с другой стороны, здесь все магнит здоровый. Ну, то есть ничего здесь короче, нет. Короче, колонки для тех, кто не экономит. Да. Ну, то есть, соответственно, не то, что как, извините, с Монтанами было дело. Открываешь, а там динамики на 300 тысяч в колонках за 11 лямов, да. То здесь как бы динамики сами по себе денег нет, стоят. Нет, на самом деле очень важно, потому что вот, опять же, кто не разбирается, вот они как вот берут, ну вот опять же... Нет, почему я говорю 300 тысяч, потому что на них написано, извините меня, название фирмы и номер динамика. Залезаешь на сайт Audiomania и смотришь, что они продаются на сайте Audiomania. Ну, да. Их ценник. Нет, тупой человек может, может взять и сложить и все. А здесь эти динамики даже взять негде. Я вот посмотрел, рама напоминает это телеаудио. И оказывается, что телеаудио делал полипропиленовые диффузоры. Но размер магнита подсказывает, что это телеаудио. Но опять же, там изготовлена крышка, которые тоже денег стоят. Плюс там это положено сеточки. То есть все равно они кастомные. Да, они все равно их вот дорабатывали. А тут вопрос, что они там изменили в конструкции. Они же нам об этом не говорят. Но... А там, соответственно, не только конструкция, там да. и характеристики. Да, ну, например, вот, Коля, я попрошу, вот там вот этот вот телеаудио, динамик, вот, ну, скажем так, это не аналог, ничего, ну, просто показываю бренд, как бы, телеаудио, ну, тут шильдик потерялся. Ну, вы мне на слово поверьте, этот динамик вообще-то стоит 900 евро. $900, извините. $900. То понятно, что если Тиль для них делал динамики, то, соответственно, ну, рама прям похожа. Вот не, и не, все. Не бюджеточка. Не бюджеточка. То есть, это как бы не за $100 динамики. Да. Скажем так, ну, здесь не неодимовый магнит, а есть телеаудио с ферритовыми магнитами динамики, но рамы очень похожие, прям вот, а, понимаете, тут есть такой момент, что если они сделали раму свою, то вы уже не увидите ни на одном бренде, потому что это уже начинается как это, даже китайцы не будут ее продавать на сторону, потому что обычно платятся за это все деньгами фирмы, и поэтому они не имеют права предлагать другим брендам. Просто тогда с ним никто работать не будет. Понимаешь, да? Поэтому иногда, как говорится, сиюминутная выгода дороже получается работы. Потому что дальше от тебя просто уйдут другие бренды и все скажут, что за фигня. Мы как бы, мы вам оплачиваем этот тулинг, разрабатываем тогда, а вы взяли и на сторону спихнули. Конечно, скажут, мы пойдем к другому бренду. Ну, вот да. И все. Тем более, если взять телеаудио или тот же Sonus Faber, это десятки тысяч, а то и сотни тысяч динамиков. Причем дорогих динамиков. Соответственно, никто не будет фигней заниматься, потому что как бы это, за такие бренды они держатся. Потому что вот я, скажем так, был на фирме Sail на Тайване. Это недалеко от Тайпея. Я не знаю, сколько там, часа два или два с половиной мы ехали на машине. Вот. Мы, ну, я, как говорится, смотрели, мы 6-дюймовые динамики для, как бы, для дорогой, как бы, серии. Соответственно, ну, естественно, с нашими доработками и так далее. Ну, как бы, серьезный бренд.
Первым делом они когда повели меня в комнату, у них там как бы комнаты, где они для кого делали демонстрационный шоурум. Так вот там динамики от Тиля лежали, коаксиальные, от Фокала, Алтека Лансинга, по-моему, даже Дали что-то они делали. Вот они начинают с этого, что они гордятся, что они делают для этого, для таких брендов динамики. Понятно, что они кидать такого бренда не будут. Ну да. Это их престиж. Человек приходит, смотрит, ни хрена себе, для кого вы делаете. По сути дела, как айфоны те же самые. Да, для кого вы делаете, нифига себе. Конечно, тогда к вам приду, да? Ну да. Потому что это качество. А когда вы приходите, а тут шняга лежит, скажет, извини, я пойду-ка я поищу другое, да? Да, поэтому... Там не Абибасом, не за Абибасом пришли. Да, 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 ну вот поэтому, естественно, они все эти, даже китайские бренды это ценят и уважают, и как бы стараются не кидать потребителя. Потом, опять же, сегодня мы покупаем 1000 динамиков, а завтра 10 тысяч, а послезавтра 1 000 000. И никто не знает, кто как бы стрельнет. А потом люди иногда, извините меня, те же специалисты переходят с одной фирмы на другую. Ну, соответственно, скажем так, тут же рекомендуют, с кем работал. Потому что ты же знаешь кого-то, ты его и рекомендуешь. А если ты не знаешь, ты можешь попасть. Ну, в общем-то, специалистов экстра-класса, на самом деле, в любом направлении их, по сути дела, немного. Ну, в да. Вообще. Это не только аудио, вообще все, ну, касается. Да. Поэтому, естественно, как бы, ну, прекращая петь дифирамбы про акустику, да, скажем так, изготовление такой акустики на нашем российском производстве пока практически невозможно. В силу нюансов изготовления, лакировки и так далее, потому что, ну, скажем, здесь нужен опыт очень большой, потому что, видите, 10 лет прошло, ни одной трещинки, ни одного, это, ну, скажем так, в участи там, наверное, где-то что-то отклеилось, где что-то отвалилось, треснуло, ничего нет. То есть, ну, это очень важный показатель, что, представьте, вы вещь купили за огромные деньги, а это деньги для большинства жителей России огромные, Леонид, и у тебя она начнет разваливаться, Леонид, через 10 лет. Знаешь, почему, согласись. Знаешь, почему сейчас не очень многие, наверное, понимают? Потому что, в общем-то, ну, если смотреть акустику, вот, ну, которой пофигу, да, это что? Это МДФ, ДСП. Угу.
понятно, пофигу. А из массива акустики на российском рынке не так много. Понимаете, как бы все равно... А проблема-то в том, почему мы сейчас говорим, потому что это, она сделана-то из массива, походу? Нет, верхняя крышка и нижняя точно из массива, ну, это вот точно. А здесь шпон наклеенный. Но опять же, извините меня, наклеить шпон, и здесь завтра начнет он отслаиваться. Видишь, радиусы, и все держится. 10 лет никаких проблем. Вот ты вот, с лупой пройди, ни одного этого, места. Ну да. Ни одного места, понимаешь? А ты заплатил, извините, 3 миллиона за колонки, да? Ты хочешь, чтобы это было качественно? Ведь вот первый момент. Люди, которые покупают акустику у нас, спрашивают, сколько лет вы гарантируете, что они не развалятся? Mm-hmm. Это первый вопрос. Потому что никому не надо покупать вещь на 3 года. Понимаешь, в чем дело? Mm-hmm. И даже на 7 лет человек не согласен. Он говорит, вот через сколько лет развалится ваш пенопуританный подъезд? Потому что вы знаете прекрасно, что они рассыпаются. Говорю, 30 лет. И человек сразу успокаивается. А если я ему скажу 7 лет, он занервничает. Ну, действительно, сейчас современные материалы позволяют пропитать пенопуританы. Это будет не то, что 30 лет, это может быть и 100 лет. Вопрос, нужно ли это. Но даже 30 лет это достаточно много. Ну да. Вот. А, хватит еще 10. Да, и потом я вам скажу, ребята, еще момент. Вот резина здесь стоит 10 лет. Качество его. Отлично. Отлично. Свойства не теряются. Не потерялось через 10 лет. А вот, извините меня, к автомобильной тематике я сейчас вернусь. Потому что сейчас, например, мне попадаются в ремонте динамики фирмы Динаудио, там Морелло, 10-летней давности. Там подвесы в идеальном состоянии. Они 10 лет стояли на солнце, в грязи, понимаешь, перепады температуры и так далее. Сейчас у них этот подвес больше 3 лет не живет. И мне говорят установщики, люди потеряли интерес к дорогим динамикам, потому что никто не хочет покупать динамики за 80 тысяч и через 3 года их выбрасывать. Ну да. Понимаешь? Через 3 года он говорит, да я куплю за 20 тысяч и выброшу через 3 года. Но я куплю, извините меня, их 4 раза. Суммарно дольше буду эксплуатировать. Да, суммарно я буду дольше. Да, пускай в нему не очень будет, скажем, такой качественный звук. Но, извините меня, я через 3 года должен еще раз 80 тысяч отдать. А это же опять установка, разобрать, перекрутить. Время, понимаешь? То есть человек как хочет, я заплатил и больше не трогать. Ну, правильно, хотя бы забыть, пока ты ездишь на машине. Не, если ты платишь деньги, то ты платишь за качество. Если ты платишь деньги, то ты и не получаешь качество, да, то это получается как бы, ну, вот, условно говоря, та же самая. Да, поэтому как бы, ну, они в гонке за то, чтобы вы стали все больше, чаще покупать, теряете как бы часть клиентов и плюс... И интерес. Да не то, что это практически обесцениваете дорогие серии. Обесцениваете. То есть уже человек, как тебе сказать, решает вопрос с точки зрения надежности. Фактор надежности, он один из первостепеннейших. Потому что никому не нужны штаны красивые, которые разорвутся через месяц. Потому что ты сел, и у тебя швы разлетелись. Ну, кому они нахрен нужны? Потому что ты просто не знаешь, в какой момент ты окажешься с голой попкой. Нет, тут сейчас... сам понимаешь, вот ты знаешь, сейчас ситуация такая, колонки прослужили 10 лет, и развалился этот подвес. Что делать с этими колонками? Динамики уже сняты с производства. Ну да. Наверняка другой будет по-другому звучать, другого, может быть, размера рама, она не встанет сюда. То есть, получается... Из-за подвеса динамиков ты, по сути дела, попадаешь на полностью всю акустику. Потому что снимите динамики. Вот сейчас представьте, вот этих подвесов все развалены. Сколько эти колонки будут стоить? Не 3 миллиона, грубо говоря. А за 500 тысяч ты их даже не продашь. Даже человек будет покупать тогда корпуса. И он будет понимать, что столько геморроя, где найти эти динамики, у кого найти, кто это сделает, качественно нас сделает или хлам сделает. Альбом мьюзик сделает. Да, на самом деле, вот люди, которые принесли эти акустику, тут есть некоторые моменты, как бы, ну, ребенок чуть-чуть там постучал игрушечкой, ну, надо чуть-чуть подправить. Поэтому они здесь оказались. Они просто даже не знают, к кому обращаться.
просто к нам пришли через кого-то, кто порекомендовал. То есть эти люди не смотрят в интернете, кто там что. А ну как? Ну, понимаешь, это все равно, что, как тебе сказать, рекомендации нужны. Для таких вещей нужны рекомендации, что ты не привезешь, а тебе не испортят. К врачам по интернету не ходят. Ну, в общем-то, да, какие-то должны быть рекомендации. Поэтому здесь акустика оказалась. Соответственно, когда человек видит, что вещь просто неисправная, он понимает, что впереди очень много, большой путь, который неизвестен в конце. Ну, реально так. Реально так. То есть это риск, естественно, человек просто, ну, скажем так, обычный человек скажет, ну нафига мне это надо? Я сейчас отдам деньги, а потом я буду бегать искать, кто мне это починит. Понимаешь, да? Ну, да. А те, кто будет чинить, они просто не купят за эти деньги. Поэтому вопрос качества здесь однозначно первостепеннейший для таких вещей. Первостепеннейший. Это не колонки, которые там стоят 100 тысяч, и через 3 года человек их выбросил. Сказал, ну ладно, 100 тысяч. А когда лям уже думает, не, ни хрена, мне на 3 года их мало. Ну да. Как-то, ну... Не, на подольше. Да, хотя бы подольше, вот. Nothing that you planned is gonna come out like you think. Better plan and pencil, cause you just can't panic. Don't try to move a mountain, don't fill your head with doubt. It's gonna happen like it does, and it will all work out. Happen like it does, and it will all work out. Across the street, you can search across the sky for what's right there at your feet. Nothing that you planned is gonna come out like you think. Better plan and pencil, cause you just can't plan it. Don't try to move a mountain, don't fill your head with doubt. It's gonna happen like it does, and it will all work out. It's gonna happen like it does, and it will all work out. Ну и еще момент такой по видосам. Очень постоянно несколько человек требует: прогоните с Виптоном, прогоните с Виптоном, прогоните с Виптоном. Ребят, я вам скажу так, что за сколько уже почти 30 лет я изготавливаю акустику, наверное, побольше. Ни один человек, который покупал акустику, не просил прогнать колонки с Виптоном. Ни один. Ни один человек не спросил про параметры колонок. Был только один вопрос. В основном. Какой вы усилитель порекомендуете? Или подходит ли мой усилитель к вашим колонкам? И что вы еще посоветуете при эксплуатации? Остальное люди слушали музыку и говорили, на нас устраивает. Нравится, или не устраивает. Но вот эти прогоны, мы тут пишем вот эти проспекты. Ну, честно говоря, эти проспекты, те, кто из покупателей нашей акустики, практически не читают. Вот не важно им это, параметры там и так далее. И они приходят, даже колонки Tower 10 начального уровня, которые у нас есть, вот люди начинают с прослушивания, а потом задаются вопросом.
И то вопросы технические, они вторичны. В основном вот идет вопрос, какой источник, какие провода, какое усиление, как расположить колонки, как поставить на каком... То есть чисто эксплуатационные моменты, эксплуатационные, но ни в коем случае не технические. Потому что, Леонид, смотрите, вот в YouTube, ну, условно говоря, вот, кто не слушает там записи, да, вот есть же такие, кто даже мои ролики смотрит, но при этом запись не слушает, то есть перематывает вот как бы через тайм-код. Вот люди, когда визуально, им нужны параметры. Они хотят прочитать эти параметры, хотят увидеть эти параметры. Вот. А когда человек знакомится, он пришел, послушал колонки, у него сразу появляется мнение об этих колонках вот вживую. Там вот неважно, там вот, как бы, что за помещение, все равно вот он послушал, появляется мнение, собственно, вживую. И здесь уже ну, вопрос вот этих параметров, он не настолько существенен, не настолько уже актуален, потому что он уже понимает, если ему нравится звук, то какая хрен разница, там до 20 играет, до 25, там, до 40, ну, до 50 есть килогерц. Даже, Коль, простой момент, он может напрямую выйти с производителем и поговорить, и спросить какие-то вопросы, да. Чисто эксплуатационные, чтобы не сжечь колонки. Вот, понимаешь, вот за мою практику ни один человек не спалил колонки. Ни один. Вот ремонтов ко мне не пришло ни одного. Хотя мой телефон не изменен уже 25 лет. Ни один не пришел. Приходил, кто-то продал, что-то так экспериментировал. Я чисто это окультурил динамик. Потому что, ну, его снимали, трогали руками, понимаешь, как бы. Ну, условно говоря, ну, не эксплуатировали, скажем, не в тех условиях, в которых он должен был эксплуатироваться. В общем-то, понимаешь. Вот эти были восстановительные моменты. Все. Но практически никто ничего не спалил. Да никто не спалил, в общем-то. Поэтому, как бы, люди, как бы, которые идут на это, они, в принципе, ну, нафиг им это, как бы. Да и вот тоже я рассказываю про Sonos Faber, как там внутри сделано. Это чисто вот для, скажем так, даже не знаю для кого. Потому что реально покупают пофиг. Да, вот кто их покупает, он даже меня и слушать не будет. Знаете. Он услышит два слова, все ничтяк, охренительно. Я, как это, говорю, что офигительно. Вот он скажет, о, человек сказал, все. А что там кастомные динамики, хорошие провода, он пропустит мимо ушей. Идите вы со своими вот этими... Да, главное же, да, он скажет, действительно, вот это сделано охренительно с точки зрения специалиста, который говорит, да, во, все, слушаем. А когда человек скажет, да вот тут... Типа, тут... Что там, очиха, будь да, здоров. Да, да. А если там, как, ой, да тут халтура, он скажет, он просто, вот услышав эти слова, он сразу скажет, нет, я даже слушать не буду. Не буду даже слушать, потому что мне неинтересно слушать халтуру. Ну да. Чтобы я потом через 3 года бегал и менял что-то, да? Понимаете, виниловый проигрыватель, вернусь, там и снял головку, переставил, да, в конце концов. Это не такая большая работа. А представь себе, кто это-то сделает. Это что же найти кого-то снял, надо? Снял, переставил головку. Да, это же... Вы постарели, сняли головку и переставили. Да, то есть здесь это уже нужна некоторая специальная подготовка. Соответственно, человек даже не знает, к кому обратиться. Вот в чем дело-то. Ну, это же нормальное явление, правильно? Вы же не пойдете Мерседес чинить в гаражи. Ну, пойдем. Пойду. У нас такие, такая логика, Леонид, вы не туда залезли. У нас чинят и Мерседесы, там, и все что угодно в гаражах. Ну, потом тогда люди удивляются, почему там это зависает компьютер или еще что-то происходит, да? Да, давайте про этот... Да, не будем... Не будем сказать в тематику, а то у нас, да, специалистов тут этот гора и тележка. Да, по работе, например, какой-то период времени я достаточно долго сотрудничал, лет, наверное, 10 с фирмой MS Max по ТНОМ. И вот, вы знаете, даже они говорили, фирма рекомендовала, говорил, что вот у нас есть специалист, который вам починит динамики без вопросов, мы гарантируем. И многие говорили, нет, мы купим динамик только новый. Они ждали по полгода. Никакого ремонта. Да, никакого ремонта, хотя говорили, что вот вопросов нет, мы гарантируем, что будет все сделано. И даже не веря
представителю, который бренд-менеджер, который продает этих ТНО, продавал фурами, вагонами, и он рекомендует, что вот все, вопросов не будет. Нет, мы подождем динамик. Вот так. И даже, ну, были иногда ремонты, я починил, динамик ставят на место, человек ждет, когда приходит новый, и он просто меняет. А этот куда-то там выбрасывает или кладет, вот так вот. То есть даже психологически он не понимает, что заменив выводы, я практически ничего не изменил. Но типа растронули, уже все не так. Поэтому я так подозреваю, что люди, эти вещи покупающие, как бы они тоже, в общем-то, так же к этому относятся. Ну, да. Ну, я думаю, что и вы тоже будете относиться, когда вы потратите серьезную сумму, скажете, ну как я пойду к человеку, который мне это больше сломает. А потом что ты спросишь человека, он скажет, ты принес плохие динамики, на и забирай обратно. Ну да. Ну вот и все. Ну, в принципе, вот такой небольшой этот получился диалог с Колей. На полтора часа. Bad.
Ну что, ребят, вот такое сегодня аудиокино получилось. Я надеюсь, что вам всем понравилось. Два совершенно разных подхода, два уровня реализации, две концепции. Все по-разному, но, опять же, разные ценники, разные возможности, разные технологии. Но, в общем, сегодня эти вещи, эти две акустические системы, по сути дела, итальянский бренд и российский бренд, вот они, собственно говоря, таким вот образом пересеклись, мы их сравнили, послушали, и, в общем-то, я предоставил вам возможность послушать вот эти две системы, обновленную акустическую систему Tower 15 и, собственно говоря, Sonus Faber, который на моем канале никогда раньше не присутствовал, да, а в общем, именно вот эта модель, так как она уже снята с производства, в общем, это тоже уже, можно сказать, исторический сегодня такой экскурс был вот в эту модель, в записи ее звука. По сути дела, ну вот опять же, если, ну так, утрированно затронуть винтаж, то, по сути дела, вот Sonus Faber вот на текущий момент, вот на 2022 год, это практически тот самый заоблачный, космический, нереально офигенный, нереально крутой винтаж, который бескомпромиссный с позиции изготовления, с позиции технологии, с позиции, ну, опять того же самого звука, да. Я очень надеюсь, что в сегодняшнем виде я смог раскрыть вам вот эту акустическую систему, показать во всей красе, на что она способна, как она может работать, как она может играть, какие жанры ей даются, какие возможно, не даются, да, но, опять же, все зависит от того, как вы послушаете, как вы услышите и какие выводы вы сами для себя сделаете. Я вам, собственно говоря, предоставил эту возможность, надеюсь, что у меня этих возможностей, они, в общем, как бы будут неисчерпаемы, да, будем продолжать все вот эти вот вещи, все вот эти моменты. В общем, моя задача, на самом деле, показать вам всю красоту разного звука, разных подходов, разных школ, разных реализаций, да, если даже вне зависимости от ценника, вне зависимости от дизайна, вне зависимости ни от чего, мне, конечно же, интересно вот для вас делать такие вот исторические как бы фильмы, там, да, вот пусть это будет винтаж, пусть это будет современное, еще что-то, но в любом случае в максимальном качестве, в максимальной реализации, максимальной подачей, да, вот не какой-то однобокой, а вот именно, скажем так, всесторонней, чтобы показать все сильные, слабые, нейтральные или еще какие-то стороны любого звука, который сейчас есть, присутствует и который еще будет мной записан в дальнейшем. Ну что, я думаю, что на сегодня это аудиокино можно заканчивать. В принципе, информации было достаточно много, достаточно интересно с позиции звука, с позиции, скажем так, рассказа. Всем здоровья, хорошего настроения. Ребята, отдыхайте душой на моих видео, расслабляйтесь, получайте какое-то удовольствие, не болейте, берегите себя. В общем, так что всем удачи, всем позитива. До новых встреч. Пока.